Это дофига. То есть можно взять по полной, и в итоге ты получишь в рейтинге баллы больше, чем... Воронеж, да? Нет, не Воронеж, но это Кубок. А что называется? Чемпионат России, Кубок России и... Ну, все 19-го года. У нас идет три старта. Вот как раз они. На свете по тихушу. Не знаю. Просто в этом году нам не было. Так что, в общем, не ехать на них, ну... Глупое решение, если собираешься. Два шага влево. У нас простые соревнования. Нет, на... Два шага вправо. Потому что это коэффициент, но бегом. Он перебьет вообще любой для вас. Направо. Налево. И к толканию. Кругом стоп. Вместе с тем больше не забора. Какая была раньше или какая сейчас? Без коэффициентов однозначно. И чтобы можно было выйти сразу. Налево. Согласно с шестью ставками. Направо. При условии, что у тебя 4 старта идут в один месяц? На месте. Нет. Два шага вперед. Тогда надо просто либо делать не 6, а там, я не знаю, 5, либо какие-то еще дополнительные старты. Она говорила, что ей очень нравилась система, какая была раньше. Я не знаю, как было. Выбираются из 2 стартов лучше, из 3 стартов было лучше, из высоких уровней. Ну, это мало. Пока собака. Упражнение начинается.
положить кеш от собаки. Собаки. Посади. Рядом. Спасибо, упражнение окончено. И последняя паркировочка.